А кордовое пение, сагат, это наше богатство. Мы хотим сохранить эту культуру. В то же время хотим привлекать представителей других народов, чтобы они тоже научились у нас, и они владели интонацией, фонетикой красивого тывинского языка. This is a particularly interesting one because it has a snake skin, which is not usually done. This is Marats. I'm a friend of Aldar Tamdin's. I'm a student of his. He's in Chigilchin, and he's helped me in my throat singing studies, and just a really good close friend. Yes. And so I spend a lot of my time here, just hanging out, watching them making the instruments, and helping as much as I can. Yeah. Здесь шаманство было первой религией древних тюрков. То она была изолирована до 91 года, и потому эта языческая культура у нас сохранилась в первозданном виде. Это великое счастье и для нас, и для человечества, потому что шаманская религия является первой религией человечества. Шаманизм, шаманы у нас в основном идет по потомственной преемственности. Потом иногда бывает, из небеса сами выбирают людей. Может, иногда земля, вот небесные боги или земные боги сами выбирают людей. Это называется чаяном. Он может один-два раза вообще терять сознание от того, что вот от шамана говорят, что человек... что у него там, например, года три там назад уже, и это все он на себе ощущает, это он по себе это. Бог уже ищет бронгарда оралган гиздир. Другой чугала, то есть тузала пертра, чугала тра. Он по гаранг лазе говорит тра, но уж до разн, по органу чуктену андра. Ищет органах была. Тора дейте чиз. Тора дейгам гарагуштер. Күзеге тауасқан сұтар дейін ағар берге. Конечно, тяжело. Разные всякие больные, душевно больные. Люди приходят, ну, несчастные такие. Им надо помогать. Очень трудно. Иногда приходится постоянно переживать, чтобы у них все проблемы
решается.